Сегодня наш последний день в Архызе. Сегодня мы недалеко прогуляемся сравнительно. Вот там водопад Баритовый. В этом балочке там шумит вода. А рядом вот эта балка, она тоже Баритовая, но без водопада. Вот круглая горка, мы за нее в первый день гуляли. Тропа ведет через зеленый туннель, мокрый, прохладный, ореховый. Поток шумит слева от тропы. Слева в притоке тоже такие, кажется, водопад, да? Но это не Баритовый водопад. Нам сейчас в правую балку. Ты. Опа. Это тот самый рододендрон желтый. Какой запах! Запах стоит просто невероятный. Тропа выводит на старую такую геологическую дорогу к Баритовым штольням. Серпантине дорога. В красивом лесу на высоте 1900 метров. Нежнейший аромат. Тут стоять очень вкусно. Там и лилия собралась цвести, а на склонах и справа, и выше, и ниже желтые рододендроны. Где-то там какой-то приток, водопад. Появляются скалы, поток, все ближе Баритовый водопад. Сколько красоты по склонам. Кажется, вот там весь склон в лилиях.
А вон такой белый червячок. Водопад в Троговой долине Орлёна, где мы вчера были. От Боритового водопада в сторонку тут просто какой-то лилиевый склон. Весь в лилиях. Короче. Что, пахнут? Местечко, да? Чудесно полюбоваться Архызом. Водопад Орленок, балки Орлена, да? Да, видно верхние. Да, вчера мы ходили, символ Архыза. И моренную навалу видно. А вот это, видимо, долина Акайры. Перекусили на лавочке с видом на Архыз. А еще полезли наверх, выше Боритового. Интересно же, красиво. Высота 2200. Это, наверное, Боритовый, только сверху. Мы уже в зоне альпийских лугов. Вдоль тропы растут разнообразнейшие цветы. Ты не можешь остановиться, чтобы их не поснимать. Ромашки. Мы достигли высоты 2300. Это место называется Старый Кош, урочище. Тут, видимо, был кош. Эта точка на высоте 2300 у Старого Коша будет наша последняя, самая верхняя точка в этот приезд на Кавказ, в Архыз. С востока идет дождь, придется уходить вниз. До свидания, до свидания. Выше Орлов. Дождевики. Успеем. Готов?
и вниз. Под дождем, как всегда. Вон орел коричневый какой-то, ниже нас. Да, дружок. Ты лучше моего планера лепай. А на седле вон лошадки. Мы почти спустились. Немножко. Нашли какую-то последнюю видовую площадку. Малый самый кругозор. Для прощания с Архизом. Последний сюрприз баритовой балки. Да? Спелеологи нашли пещеру в некарстующихся породах Архиза. Ну, натуральненько. Это что, да? Это древняя штольня, что-то здесь добывали, наверное. Прикольненько. Да, это искусственная штольня. Что-то уже старое. Что, прикольненько, да? Ага, прикольненько. В настоящей пещере холодно. Ну, там, где сейчас граница облаков, да? Да. Где-то, да, 2-300 там.